В нашем городе вовсю готовится ко встрече Нового года. За полторы недели до праздника в Актобе елки традиционно устанавливаются и украшаются в парке имени первого президента перед зданием областного и городского акиматов, а также около домов культуры и в скверах нашего города. Актюбинцы и гости города могут полюбоваться праздничными украшениями и сфотографироваться с елками. По елкам я могу сказать, что елка в центральном парке имени первого президента перед областным акиматом, перед городским акиматом, перед Жикпижик-сарая на Батасе, так, еще один в новом сквере, жилой массив Исидуатыры, бывшей сити, да, и жилгородок, площадь перед областным домом, центром народного творчества. Также елки будут во дворе Дом культуры Курайли и во дворе Дом культуры Сазда. Установкой этих елок занимается городской отдел ЖКХ. Именно перед ними 31 декабря будет организована праздничная развлекательная программа. Концерты и гуляния будут длиться с 20:00 часов до 22:00 часов. Кроме центрального парка, там праздничная программа пройдет с 20:00 до 2:00 ночи. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».